Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно. Чтобы плыть против течения, рыба должна быть сильной, плыть по течению может даже мертвая рыба. Оправдание – это ложь, которую вы говорите самим себе. Прекратите хныкать, жаловаться и вести себя как дети. Оправдания делают человека бедным. Или вы управляете днем, или день управляет вами. Гонясь за недостижимым, мы совершаем невозможное.